Кыргызстан – страна высоких гор и низких цен. Такой видят нашу страну иностранцы. А какой ее видим мы? Что за 5 лет изменилось? Строится альтернативная дорога, соединяющая север и юг. А всего за 5 лет построено более 1000 километров дорог. И все равно их не хватает, так как машин за эти 5 лет стало в 3 раза больше. Их количество перевалило за 1 000 000. Свыше 7 миллионов абонентов сотовой связи насчитывается в Кыргызстане, больше на 1 000 000, чем самих кыргызстанцев. Сельское хозяйство получило более 30 тысяч единиц сельхозтехники. Эти перемены шли 5 лет. Мы привыкли к ним и не очень замечаем. Но для тех, кто возвращается на родину после долгой разлуки с ней, позитивные перемены очень заметны. И не потому, что дома лучше, а потому, что мы все вместе делаем наш дом лучше. Вместе мы, народ Кыргызстана, сделали возможным возрождение нашей страны.